Всем привет! Вы на канале Хоросант, и сегодня мы продолжаем играть в Человека-паука. Продолжаем смотреть, как Питер Паркер становится все чернее и чернее, как симбионт завладевает его рассудком. Я же напомню, что если вы смотрите этот стрим, то, пожалуйста, подпишитесь на мой Twitch-канал и напишите что-нибудь в чатик. Если вы посмотрите это видео на YouTube, подпишитесь на мой YouTube-канал. Поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Также подписывайтесь на мою телегу. Там я выкладываю уведомления о грядущих стримах. Поехали. Поехали спасать бензовоз. Вот он. Давай, Паркер. Будем спасать бензовоз и слушать твои бравые, жесткие речи о том, какие бандиты все ублюдки. В целом я с тобой даже согласен. Значит, любят играть с огнем, да? О, да, хорошо. Brutal Peter. Все, все, хорошо. Так, теперь надо с вами повоевать, да? Баба, баба, баба. Хорошо, хорошо. Давайте, все поближе ко мне, поближе ко мне. Чем ближе мы друг к другу, тем лучше, друзья мои. Главное, это всегда быть близко друг к другу. Хорошо. Всегда быть опорой друг для друга. Всегда понимать, кто где. Так. Ага. Ой, здоровяк еще остался. Это нехорошо. Ох, как он меня приложил об эту штуку. Об этот бензовозик. Блин, он выжил. Это не есть хорошо. Да, годится. О! Лол! Как это так получилось? Машина просто пропала. Я же, по-моему, смог. Оп! Слезай с машины, дружище. А то я без машины, а ты с машины. Так нечестно. Не надо гранату. Это вы, дурачки. Это называется слаженность команды. Так. Мы почти закончили. Блин, слушайте, я как-то не заметил, но мне кажется, что способности начали быстрее обновляться. Я за один бой... Да, у них не было шансов, я согласен. Я за один бой, по-моему, умудрился дважды все способности проюзать, если не трижды. Так, окей, хорошо. Опыт заполучили. Мы все зачистили, да, да. Да, мы все зачистили. Теперь давайте пойдем вот сюда. Ага, наша задача проснуться. Звучит как вполне себе выполнимо. Вот в эту сторону, Питер. О, как. Красавчик. Что это такое? Это сюжет, про который я говорила. Мне интересно твое... Молодец, МД. Не терпится прочитать. Стой. Костюм еще на тебе? Думала, Коннорс поможет тебе его снять. Как же Гарри? Слушай, давай обсудим это завтра. Я так замотался с этим ящером. Бедняга. Устал с работки. Ой-ой-ой, что это такое? О, как это мило!
Какой симбионт, красавчик вообще. Умничка. А это что? Блин. Питер, охотники. Ничего себе. Ну, не так уж их и много. А тебя типа не это... не смущает тот факт, что он должен был тебе помогать? По щам, хорошо. Я помню, какая жесткая баба Энджей. Только если по лестнице, договорились. Где же ты, Питер? Вы позвонили Питу. Его симбиотик спасает. На кухне чисто. Иду в прачечную. Я бы пошутил, но боюсь, что это мат. Не только павук. Здесь еще живет его баба. Тихо, 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 спокойно. Охотник не ранен, охотник всего лишь оглушен. Попробуй уйти через подвал. Попробуй. А где подвал? Вот тут? Вот тут. Только не скрипни. Спасибо. А тут тебя уже ждут? Нет, не ждут. Ой, что это такое? Тут за штуки такие интересные. Верстак Пита. Надо к нему, видимо, подойти и посмотреть, да? Паутинометы. Отлично. О. L1 R2. Кинока. Охренеть, она жесткая. Это просто черная вдова. Паучья мобли... в паучьей вселенной. А ты вот-вот поднимешься. Так. Энджи, давай аккуратненько. Надеюсь, что сюжетный поворот нам не испортит всю малину. Здравствуйте. Ага. Майлз нам уже не нужен. Ух, он жесткий. Это он. Питер. Питер стал каким-то злобным, да? МДЖ может использовать эжекторы паутины, чтобы привязывать охотников к подходящим для этого объектам. Красный цвет перекрестия показывает, что цель находится в дистанции поражения. L1 это прицеливание. А, L2 прицеливание. Какая красота. Ну где он? Мне охота пострелять. Подожди. Так. Чел, повернись, пожалуйста, в другую сторону. Молодец какой. Так. Нет. Нет, 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 нет. Годится. Так, она вот-вот именно вот туда, да? Ну, упустили, упустили, ничего страшного. Как упустили, так и найдете. Пойду проверю. Зачем я это сделал? Ребят, не обращайте внимания, получилось случайно. Да. Все мы ошибаемся, дружище. Мы потеряли охотника. Ага. Так. А я могу тебя? Ой-ой-ой. Хотя аккуратненько. Хорошо. Так, следующий пошел. Можно. Игра показывает, что можно.
Игра показывает, что можно, но на самом деле не можно. Годится. Так, следующий. Правильно, смотри в ту сторону. Главное, подойди к чему-нибудь, чтобы я мог тебя это пригвоздить, стеночки. Нет? Ну и ладно. Я и так пройду. Питер пошел на следующую улицу. Может, тут можно срезать? Давай попробуем срезать. Главное, не попасться охотником. H2. Я думаю, я могу здесь пройти же, да? Ах, конечно же, нет. Конечно же, игра не позволит мне это сделать. Так. Ну-ка глянем. Давай. А пока ты глядишь, мы аккуратненько здесь разберемся. А потом здесь разберемся. Ой, какая жесткая баба. Как же мне нравятся ее мувы. Можем здесь пройти? Нет, не можем. А как? А, типа вот так вот. Чё-то я не понял. А, я так, что ли, должен был идти? Блин, получается, тут можно было пройти. А я тупанул. Ну-ка. Давайте попробуем здесь. Да нигде нет возможности, вы чего? Спокойно, спокойно. Не смотри в мою сторону. Развернись. Мне нужно ударить тебя электрошокером. Молодец какая. Это. Ай, хорошо. Главное, чтобы они не вставали, как в МГСе. А так все будет просто потрясающе. За Мэри Джейн, получается, есть свой шарм какой-то, да, своя особенность. Вот за нее стелс-миссия сделана прям хорошо. Это самый натуральный сплинтер. Тихо. Иди на проверку. Главное, не забудь купить коньячок для врача. Так. Следующий, пожалуйста. По-моему, вообще один остался. Ну, там слева еще кто-то, вон, парочка. А если я вот так сделаю? Я проверю. Давай, проверяй. Главное, к машине подойди. Во. Отлично, примазали его. Так, вот туда что-то вообще не хочется идти. А, вот где пройти можно было, все. Нет, нельзя. Да что ж ты будешь делать-то, а? Игра, ты меня вынуждаешь. Ты вынуждаешь меня делать глупости. Мимо них не пройти. Я понимаю, а что вы мне предлагаете? Где тут еще есть какой-то вариант? Вот здесь, что ли, надо было? Давайте попробуем, конечно. Но у меня ощущение, что ящики мне не помогут. Да, не помогут. Не ящики, а это какого? Мусорка. А, подожди-ка, ну-ка. Все, ясно. Нет, я и здесь уже был. Очень странная хрень. Здесь? Вон через барбекюшницу пролезай, Мэри Джейн. Чего ты? Какая-то ты очень скромная или добропорядочная.
На охотника, то есть, напрыгнуть мы можем, да? А... перелезть через какой-то мелкий забор у нас, видите ли, уже сил не хватает. Они меня заметят. Кто? Типа игра дает понять, что... Нет, братишка, здесь проходить не надо. Тебя заметят и завалят. Значит, где-то здесь есть проходик. Вопрос, где? Тут мы были. И тут мы тоже были. Дела, дела, дела. Может, нужно, чтобы нас заметили, не понимаю. Ну, блин, вот это место выглядит как именно то, что мне надо, но игра такая, нет. Братишка, тут ты не пролезешь. А других вариантов я не вижу. И там тоже, да? Чё за бред? А, может, окно? Серьезно, ты типа сейчас... Ну-ка. Давайте через какой-то дом попробуем, окей. Да, прикиньте. Через гараж. Ну, тут я сам виноват, что не сразу заметил. Ой-ой-ой. Эй, что вы тут устроили? Пожалуйста, не затыкай мне рот. Прячьтесь в доме и тише. Он идет на стройку. Так, хорошо. Смотрим, что у нас тут. Той новой штуки. Той новой штуки. Кстати, интересно, а почему только две стрелы? С чем это связано? А потом спустим шкуру с девки. Поэтому пока что на девку не обращайте внимания. Всем все понятно. Я буду искренне рад, если вы не обратите на девку внимание. Да охренеть, чё их так много-то? Проверяю. Я надеюсь, тут не на время. Я не понимаю, как здесь пройти. Выглядит как-то очень жестко. Да, так он меня замечает. Там еще пёса. Жесткие пёса. Все. Не смотрите на меня, мальчики, не смотрите. Аккуратненько. Годнота. Годнота-то какая. Так, хорошо. Котик! А-а-а. Годится. Давайте попробуем пройти. Так, ребят, вот те, что справа, не смотрите на меня, пожалуйста. Наверное, Пит пошел сюда. Вам бы только растормошить паука. А так мы теряем время. Паук не будет сидеть на месте. Он не может убегать.
Кто сказал, что он убегает? Он охотится. О. Отлично. Надеюсь, Пит еще там. Ой-ой-ой, нифига их здесь. Ты бы дверь за собой закрыла бы. Добраться до того дома. Но зачем? Охотники всю ночь вы выслеживали паука, а вас выслеживала эта женщина. Когда найдете его, она точно будет рядом. Приведите мне обоих. А мне нравится рыжая. Ей повезло в зоопарке, она решила, что может уложить нас всех. Не стоит ее недооценивать. Я знаю, кто она. Она овца, а не волк. Она овца, а не волк. Так, что-то я не особо понимаю, что делать. Значит, когда тот отходит вот сюда в уголочек... А, кстати, мы же можем вот сюда встать, дождаться, пока он развернется, и сделать... Пшшш! Давайте так и сделаем. Какие капельки прям выделяются сильно-сильно. Сколько ты меня там заметили? Не надо, чтобы меня там замечали. Так, можно ли тут как-то пройти? Осторожненько. Вот здесь, кажется, можно, да? Очень важно, чтобы меня не заметили. Тихо-тихо-тихо. А, ну вроде как можно, да? Тут можно наверх пройти и снять тех, что на крыше. Не надо узнавать. Спасибо тебе большое, игра, что щадишь меня. Потому что, ну, это было лютое палево только что. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ай, как же хорошо-то идет все. Окей, сняли снайперов. Кто там в мою сторону смотрел? Не смотри. Я стесняюсь. Так. А, можно на них опрокинуть эту штуку. Давайте. Как же хорошо. Питер, ты там пока отсиживаешься в этом домике. Я сейчас всех товарищей уже несу. Так что ты давай там как-то побыстрее, да? Да что ж такое-то? Сколько вас здесь всех? Надоели. Может, конечно, МДЖ овца, но овца с электрошокером. Хорош. Питер, расслабься. Жесткий Питер. Майлз. Он уже не человек, он зверь нахрен. Догони его. О, за Майлза играем. Пошла жара. Прости, что опоздал. Что там такое с Питом? Он не в себе. Думаю, это связано с тем костюмом. Он называется симбиотом. И... вообще пришелец. Чего? То есть он носит пришельца? Yes. Помоги ему, Майлз. Прошу. Хорошо, МДЖ. В конце концов, ты же Человек-паук. Помоги своему другу Человеку-пауку. Что? Ядрить он жесткий. Он осознает себя уже как угрозу. А, у тебя ничего нет?
сейчас у выхода из туннеля Квинсбора. Тут повсюду охотники. Уже бегут туда. Не давай охотникам его отогнать. Охотники охотятся. А-а-а! Спокойно, спокойно. Не надо, не стреляй, подожди. Так, все, давай, давай. Вот тебя, вот тебя. Давай, ты следующий. Да ну, Майлз, ну... Давай, давай, давай. Лупи, лупи, лупи. Добей, пожалуйста. Хорошо. О, есть первая возможность. Нет, блин. Как они меня смогли, а? Выцепить. Как раз пока я применял скилл. Боже мой. Питер, ты должен мне помогать, давай. Поговори со мной. Все не так. А, я понял, Паркер, наверное, просто спит. Паркер решил немножко вздревнуть, а симбионт решил взять все в свои руки. Какой самостоятельный мальчик этот симбионт. Блин, там какая-то супер постановка, а я тут дерусь с этими засранцами. Ты сказал злиться или слиться? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, кашлем, кашлем, не надо. Не кашлем, не... Куда ты пошел? Куда ты пошел? Подожди. Подожди, мне нужно с тобой поговорить. Мне нужно донести до тебя важную информацию. Ой-ой-ой, сейчас будет взрыв. Эй, дурачки. О, давай. Годится. О, можно, можно. Можно воспользоваться супер ударом. Так, ребята, все, давайте. Пора бы и вами заняться. Вот. Любители мои повисеть на стенках. Козлики горные. И горные. Так. Где ты? Вот ты где. Ну ты попал! Вот, 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 да давай. Люкенга ему. Ну давай вот так сделаю просто и все. А! Ой-ой-ой. Что? МДЖ любит пожестче. Очень так себе идея. Прям вообще так себе идея. Ой. МДЖ, МДЖ, ты в порядке? Нет, да. Я совершаю глупые вещи. Но не вижу Пита. Подожди. Сейчас опять охотники появятся, пойди. Подожди, куда ты? Ну не убегай от меня, Пит. Дармаму. Я пришел договориться. А, видимо, сюда нам надо, да? Нет, не надо. А нафига вообще это место здесь? Хоть бы какой коллектиблс. А, нет, вот тут можно пройти. Да. Угу. Ни в коем случае. Я не представляю угрозы для тебя. Так. Ну, МДЖ. Ну, просто сумасшедшая бабеха. А где? Куда? А что? Сюда? Нет. Я не понимаю, чего игра от меня хочет. Господи, Питер, ты там сам с собой дерешься, я так понимаю, да? Тут тоже не пройти. Ой, вот не люблю такие неинтуитивно понятные моменты. А, все, понял. Нет?
Тогда я в абсолютных непонятках. Может, все-таки как-то здесь может она пройти? Да не, ну вон видно, что надо... Нет, не видно. Мне ничего не видно. Сейчас Питер там сам себя заварит. Ну что это такое, ребята? Ну, разрабчики. Родненькие. А, серьезно? Ладно. А заодно затопишь меня. Надо его этим специальным звуком долбить. Чтоб его симбиот не скушал. Ай-яй-яй-яй. Спокойно, спокойно. Ага. Давай, Энджи, думай, 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 думай. Думай. Видишь, ему плохо, давай. Ты умная. Лупи. Ах ты молодец какая. В смысле, ты наоборот? Ой, зачем? Сейчас он... Сейчас он тебя откинет. Должен слышать. Да слышит, то он слышит. Нет, 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 не бери его. Не бери его. Ему не нравится. А, нет, ему нравится, подожди. Он просто спит, видишь? Просто немножечко спит. Ой, ну ладно, давайте, давайте. Это хорошо? Я не... Постараюсь его разбудить. Можешь задержать охотников еще ненадолго? Конечно, конечно, не вопрос. Учитывая, сколько я их уже завалил. Особых проблем мне это не должно составить. Тем более нет больших охотников, что хорошо. Это определенно хорошо. Так, ну-ка идите сюда. Как вы в рядок-то стоите, а? Красавчики. Так, подожди, подожди. Не надо, граната пошла. Или надо, но не в меня. Ой, там машина ей. Ой, эти еще прилетели. Да что такое-то, а? Что происходит, господа хорошие? Нет? Как хорошо. Вы видели? В меня стреляла эта штука, но при этом не попала. И это прекрасно. Полиция, она-то сделает, да. Приедет какой-нибудь коп на тачке. Даже не из крепкого орешка. Ай-яй-яй, как он по мне попал, неприятно. Не бей меня, пожалуйста. Твоими лазами. Так, Питаший. Питаший. Иди сюда, Питаший. Так. Блин, он еще стоит на ногах. Это нехорошо. Годится. Блин, Питаши бесят. Питаши, не бесите меня, пожалуйста. Ну да, да, добей ты его, Питер. Ой, Питер, Майлз. Угу. Так. Хорошо. Вот так вот мы к вам телепортнулись. Да сколько можно уже этих зеленых линий? Это надоедает. Почему вы так далеко? Ой, надо было в них отправить, точно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, здесь у нас собакен. Собакен-то нехорошо. Да откуда вас столько? Лечимся, я согласен. Так, ладно, давайте. Эх, не того. Хотя не, неплохо получилось. Какой же ты идиот. Ах, ты засранец. Ну-ка перестань. Сейчас взорвется. А вот-вот-вот-вот-вот. Вот так, потом вот так. И вот так, давай. Бабах. Прикольно, они прям зависают в пространстве.
Ты все еще... Не-не-не. Не взрывайся. Хорошо. Так, ну все, последний остался. А, нет, не последний. Предпоследний. Последний. Да что такое? Опять предпоследний. Закончили. Не закончили? Еще. Откуда взялся такой засранец? Давай, лупи его, Майлз. А, вой. Я же могу суперудар по нему сделать. Все, хорошо. Что ты там делаешь в такую поздне? Боже! Кутае? Надеюсь, без Кутае. Или с Кутае? А, не, все в порядке с ним. Ух. Стоп. Это хамелеон? А, или это охотник? Это же не тот человек-паук. Теперь понятно, что он делает в такое позднее время на кране. Давай, давай, давай. Очнись. Слишком много сил отнял у него симбионт. Не, МД, ты, конечно, молодец, но... А, ты сейчас у него будешь, да? Хорошо. Молодец, МД. Питер, ты пришел в себя? О, какой у него причесон-то, посмотрите, модный. Ага. Хорошо. Бежать так бежать, не вопрос. Боже мой, как же страшно, как же страшно. Как же страшно! Нет! Я вроде нажал, да? Все, хорошо. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Прыгаем, хорошо. Что происходит? Господи боже! Мне. Мы есть симбион. А, R1! Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Не шипи так на меня. Надеюсь, тебе повезло больше, Майлз. Нет, ему что-то совсем не повезло. Мы осмотрели весь тоннель. Он сбежал. Очень жаль. А, пусть так. Какой рассудительный. А, у тебя теперь есть Майлз. Но скоро он сам явится ко мне. Ой-ой-ой, что происходит? А, эта штука в Питере сидит. О, как. Проснулся. Красавчик. С тобой все нормально, Питер. Ничего, что ты на скамеечке проснулся, братишка. Ага. А кто это там такой? Странная хрень. Ядрить мы четкие, какие, сегодня смотрите. Я сплю на скамейке в парке. И почему у меня такое чувство, что я выспался как никогда в жизни? Гарри оставил сообщение. Так. Мне очень нужен этот костюм.
Отец работает над новым лекарством, но... Долго ты не протянешь, дядька, да? Верни его. Пожалуйста. А точно ли костюм нужен, Гарри? Ха-ха-ха! Пока он у меня, в городе будет спокойнее. Это всем на пользу. Чем сильнее Человек-паук, тем лучше для всех. А Норман умный мужик. Он придумает для Гарри другое лекарство. Просто симбионт вообще. IQ 1000 симбионт. Так, ладненько. Давайте устроим небольшой перерывчик.